Сейчас мы приехали до Оксаны, нашей Ксюши, нашей Настеньки и маленькой еще Сонечки. Ну, положение все-таки не улучшается здесь. Постоянно бомбят, постоянно приходится прятаться. И практически их дом уже там, где они жили, летняя кухня, весь изрешечен. Там находиться тем более было невозможно. Детские деньги, к сожалению, задерживают, и все меньше и меньше возможностей как-то улучшить свое положение остается в семье. И вот благодаря замечательному человеку Виктору Смелову из Беларуси, из города Минска, мы им еще раз купили продуктовый набор, вот он, вы видите, для того, чтобы как-то поддержать эту семью в столь трудное время. Почему? Потому что обстрелы усилились. И вот буквально 15 минут назад, тут рядом Терекон, тоже сюда были прилеты. Буквально 15 минут назад. Пускай они одиночные, не по жилым домам, но все же это страшно, люди. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон. Спасибо большое за продукты, они нам, конечно, очень сейчас нужны. Да, дети голодали сейчас бы, 2 недели это точно. Большое вам спасибо.